Смертельная авария под Лакинском. Сегодня около часа ночи на федеральной трассе М7 произошло ДТП с участием сразу 4 автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Лана», 40-летний житель Собинки, выехал на встречку. Там его авто по касательной столкнулось с автобусом и грузовиком ГАЗ. От удара «Шевроле» отбросило на свою полосу движения. Там она столкнулась еще и с грузовой «Сканией» под управлением 31-летнего жителя Костромской области. В результате этого происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В медицинские учреждения были доставлены и госпитализированы пассажир «Шевроле», это женщина 1980 года рождения, а также водитель 1966 года рождения с автомобиля «ГАЗ». По данному факту будет проводиться доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.